Это видеоинструкция по изготовлению скамейки для медитации. А я больше чем уверен, что вы даже не знаете, как она выглядит и зачем она вообще нужна. Ты такой нужен? Мне кажется, да. Два. В первую очередь нам необходимо выбрать менее убогий мебельный щит. Убедиться в том, что в нем нет всяких трещин и дыр. Потом надо купить его и довольно поехать на машине. Собирать ее будем по моему чертежу. Вот здесь у нас что написано? 408. Это значит 48 миллиметров. 40. Нихуя себе, елдак! Вот этот деревянный елдак, ебать! Из одного такого щита у нас получается три детали. Седалище и две ножки. Так как нам нужно сделать наклон порядка 10 градусов, мы отмеряем с одной стороны 17 сантиметров, с другой 14,5. Вы спросите, для чего нужен этот наклон? Да все просто. Если этого наклона не будет, то одно из ребер седалища будет очень сильно упираться вам в задницу. И этот момент может стать реальным препятствием на пути к вашему просветлению. Вот, в принципе, по этой заготовке можно уже и нарезать. У меня есть электролобзик. И вот такая вот палка. С помощью этой палки я смогу распилить весь щит ровно по линиям. И эта палка выступит в роли направляющей. Затем отпиливаем все ненужные части от будущих ножек и проходимся наждачной бумагой средней зернистости. Ну, короче, там потом все шпатлюется шпатлевкой по дереву цветом сосны. Вот и все. Ну, а продолжение видеоинструкции вы можете посмотреть во второй части.